Дорогие подписчики и гости канала, всем добрый день! Сегодня на дворе у нас 16 января, и я хочу посеять виолу. У меня есть два вот таких очень красивых сорта. Виола Брюнинг и виола Джуманджи. Я люблю низкорослые цветы, поэтому я выбираю всегда такие невысокие сорта виол, то есть вот это у нас будет 25-30 сантиметров, это вообще всего 15 сантиметров высоту. Так, здесь у меня 10 семечек, здесь 0,1 грамм, ну не знаю, сколько-то там есть, сколько конкретно. Сейчас откроем, посмотрим. Виола — это двулетнее растение, если мы ее садим прямо в грунт, то получаем цветение только на второй год. Я хочу, чтобы она у меня зацвела уже нынче, поэтому я буду садить рассадным способом. Вот, сажу так рано, сею так рано, потому что хочу увидеть цветение уже в мае. Так, ну что, давайте начнем вот с этой виолы. Очень она, конечно, красивая. Надеюсь, она у меня взойдет. Так, сейчас пакетик там порвется. Тут у нас пакетик в пакетике. Вот, надо, чтобы он не порвался, а то семечки высыпутся. Давайте посмотрим, какие у нее семена. 10 штучек. Очень мало, конечно, очень мало. Так, здесь у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот здесь вот 10-я затерялась. Ну все. Не обманули нас, 10 семечек у нас есть. Так, сейчас я сделаю две бороздочки. Пролила землю, как обычно, кипятком, чтобы продезинфицировать дополнительно. Вот, высеваем семена на поверхности, то есть посев у нас поверхностный. Прорастать она будет также на свету под фитолампами. Так, вот, беру, значит, семечки и аккуратно вот так вот по порядку их выкладываю. Получается, что по 5 штучек в рядочек. Сейчас я их точно так же увлажню еще дополнительно из пульверизатора. И потом мы просто их накроем крышечкой, сделаем парничок. Вот, и как обычно, то есть стандартный уход. Начнем проветривать уже с завтрашнего дня, чтобы никакого конденсата в парничке у нас не было. Так, 9-я семечка и 10-я семечка. Вот, ну, мало, конечно, семян, но сорт очень красивый. Вот, поэтому и мало. То есть вот все. Можно, конечно, взять их еще немножечко утопить. Но это совершенно не обязательно. Они вполне нормально так зайдут. То есть... Вот, все, я закрыла парничок, ставлю дату сегодня на 16.01.21 и приклею сюда вот эту вот бирочку, это виола Брюнинг у нас. Все, и отправлю это под фитолампу. Так, теперь второй сорт, это сорт Джуманджи, тоже очень красивая, бордовая с желтым. Так, сейчас посмотрим, сколько тут нам семян положили. На пакетике, кстати, написано, что нужно высевать в феврале-марте. И в июне-июле, если с цветением на будущий год только. Ну, тут, ну, что-то достаточно много даже семян, я бы сказала. Точно такие же они по размеру, по виду, по форме. Абсолютно одинаковые. То есть сорта разные, но форма абсолютно одинаковая у них. Также сделаю углубление, бороздочки такие. Сделаю 5 бороздочек, думаю, мне их хватит. Так, и сейчас точно так же беру зубочистку и выкладываю по одному семечку.
Так, вот, все семечки я разложила. Вместо 5 рядов у меня получилось 9. Это не может не радовать, потому что обычно семян кладут очень мало. Но в этом пакетике производитель не поскупился. Вот, семена — это удачные семена. Вот, то есть было много положено. Так, теперь я пройдусь из пульверизатора. Очень-очень аккуратненько, потому что семена небольшие, их заглублять не нужно. Иначе они просто у вас не взойдут. Все. Накрываю крышечкой также. Все. Подписываю 16.01.21. И сюда приклею бирочку. Что-то у меня Виола Джуманджи. Так, ну взойдет она, я надеюсь, где-то дня через 3-4. Потом нужно будет следить за всходами. Как только появятся первые настоящие листочки, нужно будет виолу распикировать по горшочкам. Вот. И еще по поводу пикировки. Вот многие виолу садят в торфяные таблетки. Вот. Но на мой взгляд, это довольно-таки дорого — садить рассаду в таблетки, потому что они стоят недешево. И, то есть не факт, что еще все семена прирастут. Мне кажется, как-то более экономно это садить в грунт, то есть в такие вот емкости. Вот. А пересадку виола переносит очень хорошо. Даже в течение сезона она у нас цветет с мая по сентябрь, то есть цветет она все лето. Ее можно пересаживать из одного места в другое. То есть надоела она вам на одной клумбе, хочется как-то обновить. Вот виолу можно пересаживать без проблем. Она нормально это переносит. Так, ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал, жмите колокольчик. Всем пока-пока!